войска 2-го Белорусского фронта завершили разгром данцигской группы немцев и 30 марта штурмом овладели городом и крепостью Гданьск-Данциг, важнейшим портом и первоклассной военно-морской базой немцев на Балтийском море. Над Гданьском поднят национальный флаг польского государства. В боях за Гданьск немцы потеряли пленными и убитыми более 49 тысяч солдат и офицеров. Уничтожено много танков, сотни орудий, минометов и другого вооружения противника. В ночь на 30 марта наши тяжелые бомбардировщики нанесли удар по военным объектам противника в городе Винер-Нойштадт в Австрии. В результате бомбардировки возникли пожары, сопровождавшиеся срывами большой силы. За 30 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков, сбито 25 самолетов противника.